Каждый знает, что мунтоварка должна передаваться из поколения в поколение. Поэтому она должна быть из нержавеющей стали и с прочно приваренными ручками. Экспресс-шоп предлагает идеальную мунтоварку на все случаи жизни. Готовите ли вы любимые манты, рулеты или вкусные овощи на пару? Эта четырехъярусная помощница справится со всем этим одновременно. Посмотрите, какая она вместительная и красивая. Также мунтоварка имеет уникальное капсульное дно для более экономичной и эффективной готовки. Сегодня у вас есть возможность выбрать мунтоварку диаметром 24, 26, 28 или 30 сантиметров. Теперь с мунтоваркой от Express Shop вы накормите даже самую большую семью или компанию гостей. Сделайте ваш заказ прямо сейчас, и предстоящие праздники вы встретите во всеоружии. Закажите вашу мантоварку прямо сейчас, и мы подарим вам набор для нарезки теста под манты, пельмени и вареники. Все мы очень любим манты, пельмени, вареники. А как их приготовить очень быстро и в больших количествах, сегодня мы вам расскажем в нашей студии. В нашей студии сегодня находится Ирина, которая приготовила нам прекрасный продукт сегодня в нашей студии, но и, кроме того, еще и замечательный подарок. Действительно, я сегодня хочу показать удивительную вещь, которую мы обычно привыкли называть мантоварка. То, что перед нами стоит. Обычно мы в такой кастрюле мантоварки делаем манты. И так как сейчас начинается холодный сезон, и во многих семьях есть такие традиции собираться за столом и начинать лепить манты, откладывать и складывать в морозильник, и потом, когда наступят праздники, когда неохота будет готовить, доставать с морозильника и готовить. Mm-hmm. То есть то, что мы привыкли обычно делать в мантоварке. Я сегодня хочу показать не только то, что можно делать, приготавливать, вернее, манты в данной мантоварке, но еще кое-что другое. Я, кстати говоря, очень долгое время именно мантоварку использовала только как мантоварку, но не с давних пор я перестала кушать мясо, и сделала для себя такую находку. То есть здесь можно готовить то, что мы сейчас будем делать, это вот наши традиционные обычные мантики. Форма мант, конечно, может быть у всех абсолютно одинаковая, так как я родилась в Узбекистане, приехала с Узбекистана, у нас лепили вот такие, ой, вот такие вот открытые, да? Насколько я знаю, у казахов они закрыты, то есть форма манту может быть у всех абсолютно разной. Итак, значит, мы на самый низ будем ставить манты. Следующий ярус. Мы положим вот такой вот овощной рулетик. Я бы его назвала ленивым мантом. Потому что да, можно его так назвать, да. Но просто я хочу показать, да, что здесь не обычный у нас фарш, а здесь вот был сделан вот такой вот, такая вот начинка, да, то есть это овощная начинка, морковка, баклажаны, яблочки и так далее. То есть это то, что вот для меня очень хорошо и для тех людей, кто занимается именно вегетарианством, да, кто не ест мясо. Это супер вещь. Хорошо, следующий этаж мы кладем. И очень часто, например, не все любят манты из-за того, что там тесто. Да? Ну, например, дети, они очень часто из теста выбирают мясо и отдельно съедают мясо, а папа или мама доедают тесто. Либо те, кто заботится о своей фигуре. Да, абсолютно верно. Или же, если у людей есть какие-то проблемы с пищеварительной системой, то есть им их гастроэнтеролог рекомендует кушать паровую пищу. Угу. Да, то есть это вот уникальная вещь и супер готовить именно мясные котлетки на пару. Ну и последний ярус мы положим. Овощи, любые овощи. Вот у меня сегодня здесь вот паприка. Вот это будет вкусно сегодня. Да, можно... А самое главное, в каких количествах мы будем готовить одновременно. Можно сюда картошку, баклажаны, любые овощи, которые нравятся людям. Ты знаешь, я представляю, ведь это не просто на большую семью можно готовить, а это еще и когда много гостей придет, вот так вот поставить на одну конфорку плиты. Во-первых, вы экономите электроэнергию, потому что вам не нужно 5 конфорок включать, вы можете готовить вот так вот на одной и одновременно не тратить ваше время, не тратить ваши усилия. Вот поставили и забыли, и только уже готовый продукт мы потом достаем оттуда, правда? И вот теперь мы ставим время приготовления, то есть у нас заранее закипела вода, все мы ставим это уже на горячую воду, выставляем время, и через 40 минут у нас будут готовы и манты,
и овощной рулетик, и овощи. Можно сюда и рыбку положить сверху на пару приготовить. То есть это сама по себе стандартная нами всеми привычная мантоварка выполняет функции пароварки. И с помощью пара все продукты, которые готовятся здесь, они сохраняют все свои витамины. Поэтому мы употребляем здоровую, полезную, вкусную пищу. То есть что же мы можем на ней готовить в итоге? Не только манты, не только и овощи, но и даже, может быть, фрукты. Может быть, мы можем готовить какие-то свои, не знаю, то, что мы привыкли готовить отдельно, мы можем готовить все в одном, только за счет этого пара, который поступает из одного яруса в другой. Ну а пока у нас есть время, расскажи, пожалуйста, чем же отличается наша мантоварка от каких-то других мантоварок, которые наши телезрители могли видеть в магазинах? В первую очередь я хочу сказать, что для меня, например, лично это был огромным подарком, потому что так как я выросла в азиатской семье, и что касается мант, это наше традиционное блюдо. Уникальность данной мантоварки заключается в том, что она имеет капсульное дно. За счет этого она подходит ко всем видам плиты, также и к индукционной плите. За счет того, что здесь капсульное дно, вода мгновенно согревается, и, конечно, процесс приготовления происходит довольно очень быстро, за счет чего мы еще и экономим электроэнергию. Ну и экономим наше время. Наше правда? Время, чего да. Уж тут греха таить. Следующее, если мы обратим внимание на дизайн, что мне тоже очень нравится, обычно ручки или, допустим, вот на крышке, вот эти вот ручки, они либо присверлены болтами, либо там еще какими-то заклепками, да, и всегда это немножко неудобно в плане того, пока вещь новая, она красивая, потом, когда мы ее используем, а если мы ее используем очень часто, потому что мы готовим наши любимые блюда, они начинают обрастать, ну, скажем так, некрасивым жиром. Ну и да? Разбалтываются. И я разбалтываются, думаю, конечно, да. Имеется, здесь обратите внимание, что нету никаких заклепок, никаких болтов, очень красиво, удобно, ну и, конечно, просто по дизайну такую мантоварку, я думаю, каждая хозяйка захочет иметь у себя на кухне. То есть мы можем сказать, что это профессиональная посуда, правильно? Да, потому что именно профессионалы, они не пользуются стеклянными крышками, только вот такими вот. Из нержавеющей стали. Поэтому я могу сказать, что у меня на кухне профессиональная посуда, и я почти профессиональный шеф-повар, и готовлю ее очень профессионально. Дорогие друзья, станьте настоящими профессионалами на своей кухне, и вы позвоните, закажите и пользуйтесь действительно профессиональной посудой, которую мы сегодня предлагаем в нашем телемагазине. Представьте, сейчас новогодние праздники, приедут к вам много родственников, вам придется много готовить. Конечно, намного удобнее готовить один раз, готовить на всю семью на одной плите, для того, чтобы потом всех накормить. Я думаю, что из любой из наших мантоварок получится много еды, ну, конечно, наверное, удобнее и практичнее заказать самую большую, хотя у нас есть размеры 24, 26, 28 и 30 сантиметров, поэтому закажите вам ту, которая больше всего вам подходит. Но при любом вашем заказе, дорогие друзья, вы получаете сегодня от нас подарок. Для того, чтобы вы оставались профессионалами на своей кухне и очень быстро готовили, мы дарим вам вот такой вот комплект для нарезания теста в подарок. Те, кто еще не знает, мы можем нарезать тесто для вареников, для пельменей, для мантов, а вот это у нас такая спиралька для вырезания сердцевины из овощей и фруктов. Позвоните, закажите, и еще раз повторюсь, будьте настоящими профессионалами, потому что это здорово, экономит наши усилия, экономит наши нервы и наше время. Наше время. Посмотрите, ровные, аккуратные у нас будут кружочки. И представь, как это будет красиво и эстетично смотреться на праздничном столе, когда у нас одного размера будут лежать вот такие вот красивые мантики. Ну, конечно, я вам скажу, дорогие друзья, что подарки-то кончаются, поэтому позвоните и закажите прямо сейчас, пока еще у нас есть множество их в наличии. Каждый знает, что мантоварка должна передаваться из поколения в поколение. Поэтому она должна быть из нержавеющей стали и с прочно приваренными ручками. Экспресс-шоп предлагает идеальную мантоварку на все случаи жизни. Готовите ли вы любимые манты, рулеты или вкусные овощи на пару? Эта четырехъярусная помощница справится со всем этим одновременно. Посмотрите, какая она вместительная и красивая. Также мантоварка имеет уникальное капсульное дно для более экономичной и эффективной готовки. Сегодня у вас есть возможность выбрать мантоварку диаметром 24, 26, 28 или 30 сантиметров. Теперь с мантоваркой от Express Shop вы накормите даже самую большую семью или компанию гостей. Сделайте ваш заказ прямо сейчас, и предстоящие праздники вы встретите во всеоружии. Закажите вашу мантоварку прямо сейчас, и мы подарим вам набор для нарезки теста под манты, пельмени и вареники. Леночка, я хотела еще обратить одно внимание на то, что
мы данную кастрюлю можем использовать не только для того, чтобы готовить на пару, но мы можем ее использовать для приготовления чебуреков. Очень, кстати говоря, удобно. У меня чисто случайно получилось такое, что не было у меня под рукой сковороды, не в чем было жарить чебуреки. Ну, думаю, дай попробую, что получится. И я пришла к уникальному решению проблемы, угу. что можно было жарить чебуреки. Из-за того, что высокие борта, масло не выбрызгивается наружу, и сами чебуреки, то есть тесто, оно не впитывает много масла. Это было просто супер классно. И теперь, конечно, я очень многим рекомендую использовать кастрюлю для приготовления чебуреков, пирожков. Мы в ней можем приготовить и лагман. Мы можем приготовить любые другие супы. Мы можем даже просто пожарить картошку. То есть таким образом, приобретая данную мантоварку, мы дома у себя получаем и скороварку, и мантоварку, и сковороду, и самое главное – казан. Ну и, наверное, самое время перейти к нашему ароматному блюду. Посмотри, какая красота у нас получилась. Ира, а ты так хорошо, ты так легко держишься за ручки. Они не нагрелись? Да, кстати говоря, действительно, я только хотела попросить у тебя, чтобы ты мне дала прихватки. И вот когда за них схватилась, думаю, ах, наверное, мне прихваточки-то и не нужны. Потому что действительно, ручки, они не нагрелись. Но в данном случае, дорогие друзья, это профессиональная посуда, и профессионализм ее даже в том, что у нас ручки не нагреваются, что нам удобно ей пользоваться. А самое главное, вы можете одновременно готовить множество блюд благодаря нескольким ярусам. Первый ярус – это у нас были овощи. И вот обрати внимание, насколько у нас овощи, да, то есть они вот, если возможно, передать звук или чувство, то есть овощи, они не разварились, они не мягкие, то есть они сохранили все свои витамины. И готовились они у нас, дорогие друзья, в собственном соку, без соприкосновения с водой. Конечно же, сохраняя при этом все витамины, все вещества, и при этом они очень-очень вкусные, я уверена, не могу дождаться. Да, теперь вот сюда, например, мы можем вот так положить тефтельки. Угу. Да, то есть это для тех, кто разделяет питание свое. Ой, как вкусно. И паровые котлетки. Слушай, и как все быстро, как здорово. Невероятно, такое большое количество мы приготовили за такое короткое время. И я могу представить, сколько электроэнергии, конечно же, на этом можно было сэкономить, потому что мы бы задействовали 1, 2, 3, 4, 5 конфорок, правда? Конечно. И опять-таки, смотри, если мы пригласили в гости, то мы свой праздничный стол можем спокойно разнообразить. Давай с тобой разрежем пополам. Вот так вот. Заодно наши телезрители увидят, какая у нас красота получилась внутри. Вот. Посмотрите, какой замечательный овощной рулетик. Поэтому, вегетарианцы, вам просто необходимо дома иметь такую мантоварку, потому что больше ни в одной другой посуде, ни в какой другой посуде вы не сможете приготовить для себя именно вкусную, полезную вегетарианскую пищу, где будут сохранены абсолютно все-все витамины. Это только может сделать наша мантоварка. Ой, как все вкусно, как все полезно, давайте двигаться дальше, а там у нас манты. Ну вот здесь вот из-за того, что очень красивый дизайн, и именно вот так вот, мне абсолютно будет не стыдно поставить на стол и подать. А, тоже идея. Из-за того, что вот она имеет такой уникальный красивый дизайн, да? Дорогие друзья, вы понимаете, что сегодня в нашем телемагазине настоящая профессиональная посуда для вас. Готовьте с удовольствием, готовьте вкусную и полезную пищу. Сегодня у нас мантоварки на все случаи жизни и на любой вкус. У нас есть различные размеры 24, 26, 28 и 30 сантиметров. Выбирайте тот, который больше всего вам нравится. Между ними разница только в 5 евро, но посмотрите, какой результат. И действительно, вы можете найти тот или подобрать ту мантоварку, которая вам подойдет. И мантоваркой мне ее не хочется называть, потому что как вы сегодня увидели в нашей студии, это пароварка, на которой вы можете готовить множество блюд. В общем-то, дорогие друзья, я думаю, что окрыляйте вашу фантазию и готовьте так, как вам хочется, и то, что вам хочется. А наша мантоварка вам в этом поможет. Не забывайте также, что сегодня, сделав заказ, вы получаете еще и замечательный подарок. Это набор для нарезания теста. И я думаю, что они очень подходят друг другу, эти два продукта, потому что то, что вы приготовите и нарежете вот этими ножами, потом вы поместите смело в мантоварку. Все будет очень быстро, все будет очень легко. Позвоните и успейте сделать заказ и получить свой подарок.